Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, регулярные войска германской армии напали на нашу страну. Героическая Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Около месяца в тылу фашистских войск мужественно сражались ее защитники, и почти все пали в боях. Бывший солдат Николай Белоусов – один из немногих оставшихся в живых героев этой легендарной обороны. Он приехал сюда вместе с дочерью поклониться памяти погибших товарищей. Николай Белоусов служил в крепости полковым библиотекарем и мечтал о сценической карьере. В день, когда началась война, ему исполнилось 20 лет. И этот свой день рождения он провел в жестоких боях с врагом. Он был тяжело контужен, попал в плен, сумел бежать и боролся вместе с польскими партизанами до конца войны. Теперь Николай Белоусов – народный артист Российской Федерации, актер драматического театра в городе Туле. Здесь каждый ров и каждый камень, осколок, взятый у стены, когда-то был согрет телами, познавших первый день войны, познавших, но не растерявших ни сил, ни гордости своей, солдатской чести не продавших, простых, несломленных людей.